Добрый вечер, дорогие друзья. Я так волнуюсь, пожалуйста, поддержите меня аплодисментами. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что значит выбирать для себя самое лучшее. Выбирать для себя самое лучшее. Скажите, пожалуйста, вот эти стулья, на которых вы сейчас сидите, насколько вам удобно сидеть на них? Наверное, не очень, и я знаю, что вы сидите здесь не один час, и я сидела на точно таком же стуле вместе с вами. Сейчас я хочу попросить моего замечательного ассистента Никиту вынести ко мне два предмета на сцену. И этот стул разместить от меня, пожалуйста, слева. Я вам помогу. И второй предмет, удобное кресло, грушу, разместить от меня справа. И одного человека из вас я хочу попросить сейчас выйти ко мне помочь на эту сцену. Да, пожалуйста, вы, конечно. Присаживайтесь, пожалуйста, на вот это кресло. Скажите, пожалуйста, есть ли разница между вашим стулом и этим креслом? Как вам удобно на нем сидеть? Удобнее, да, потому что оно специально сконструировано для долгого сидения. На нем удобно, но тем не менее ваше положение на нем неустойчивое. Кресло на колесиках. Ваше положение шаткое. Вы рискуете, молодой человек, упасть со сцены сейчас в любой момент. Я вас прошу сейчас пересесть на вот это кресло. Садитесь так, как вам удобно, так, как диктует вам ваше тело. О, вообще, ну хорошо, да? Согласитесь, разница в ощущениях колоссальная, вставать не хочется совершенно, да? Совсем. Спасибо вам за помощь, спасибо вам за содействие. Я благодарю вас за то, что вы помогли мне сейчас. Я понимаю, вам всем сейчас хочется, наверное, примерно такое же кресло. Мне тоже хочется рухнуть на него, у меня так, наверное, ножки дрожат. Так вот, когда мы думаем, говорим, размышляем об обаятельных людях, о харизматичных людях, первое, что нам приходит в голову, это, конечно, ощущение отделенности от них. Они отдельно, а вы отдельно. Их любят все, а вас не все. Они счастливчики, а вы нет. Они везунчики, а вы нет. И последнее, что нам приходит в голову, это то, что харизме можно научиться. Да, конечно, научиться, потому что это есть не более чем, как выразился наш обворожительный ведущий, навык, мышца и еще одно слово, о котором я буду дальше говорить. Но что будет происходить с нами, друзья мои, если мы будем обучаться харизме на уровне логического интеллекта, на уровне левого полушария? Именно это я вам продемонстрировала сейчас с помощью моего друга и вот этого кресла. Вы получите результат, но этот результат будет неустойчивым. Он не будет иметь под собой никакой значимой внушительной основы. Это словно кресло на колесиках. Вы будете рисковать упасть со сцены жизни в любой момент. Устойчивого результата на уровне логического ума вы не получите в части харизмы никогда. Тот же самый результат вы получите, если вы будете пытаться самостоятельно как-то изучать какие-то темы, книги, интернет-статьи и пытаться развить свою харизму самостоятельно. Я всесторонне и глубоко исследовала тему харизмы и выявила эмпирическим методом на примерах тысяч моих учеников, что единственный эффективный способ для раскрытия и развития в себе навыка харизмы – это работа с правым полушарием, интуитивный интеллект. И именно тот комфорт, который создает работа с интуитивным интеллектом, нам продемонстрировал наш друг и наше замечательное кресло-груша, просто звезда нашего сегодняшнего вечера и мечта, наверное, всех сейчас вас. И, безусловно, когда мы говорим о харизме, нам нужно работать с правым полушарием мозга, с интуитивным интеллектом. И сейчас я хочу, чтобы мы вместе с вами провели ментальную практику. Эта практика, ее эффективность была подтверждена японскими квантовыми физиками еще в прошлом 2017 году. И все это, безусловно, имеет научное подтверждение, даже если кто-то из вас до сих пор в 2018 относится к данным методикам скептически. Уверяю вас, это все строго научно, ведь у нас научная конференция, иначе зачем мы тут все сейчас собрались. Итак, я прошу вас всех сейчас вместе со мной закрыть глаза. Удобно устроиться на ваших креслах. Нам осталось всего несколько минут, и вы пойдете домой и обязательно примените ту практику, о которой нам рассказывала уважаемая сомнолог. А сейчас я хочу, чтобы вы в конце этой нашей сегодняшней встречи, в конце нашей сегодняшней конференции, чтобы вы отдохнули. Отдохнули вместе со мной. Наполнились энергией. Итак, мы с вами закрываем глаза. Удобно разваливаемся на стуле и делаем вместе со мной
Глубокий вдох. Глубокий выдох. Еще один глубокий вдох. Глубокий выдох. И еще один глубокий плавный вдох. Глубокий плавный выдох. Когда мы закрываем глаза, внутри нас никого не остается, кроме нас. Мы остаемся один на один с собой, со своим сознанием, со своим интеллектом. Мы становимся настоящим собой, самим собой. Сейчас я хочу, чтобы вы представили перед своими глазами белый экран. Видим, как видим, чувствуем, как чувствуем, как видите, так и правильно, так и нормально. И на этом экране, пожалуйста, представьте сейчас себя таким или такой, какой вы сейчас на данный момент жизни. Я прошу вас не фокусироваться на недостатках либо достоинствах, просто видите себя отстраненно. Посмотрите сейчас на себя. Безусловно, у вас есть внутри образ вашего совершенного себя. И сейчас мы будем его создавать. Неважно, насколько он отличается от того образа, который прямо сейчас вы все еще держите перед своими глазами. И сейчас этот образ, который вы держите, вашего нынешнего себя, вашей нынешней себя, вы просто стираете. У кого-то пришел образ ластика, у кого-то тряпки со школьной доски, а кто-то просто заполнил экран чистым белым светом. Стирайте до чистоты. То, что мы сейчас делаем с вами, друзья мои, это очень серьезно. Стирайте до чистоты. Стирайте до чистоты. Видите чистый белый экран. И сейчас на этом экране вместе со мной создайте образ идеального себя. Идеального себя. Того себя, которым, которой вы всегда хотели стать. Того самого себя настоящего. Пожалуйста, посмотрите на себя. Вы можете смотреть на себя сверху, либо сбоку. Двигать картинку так, чтобы вам было себя хорошо видно со всех сторон. Посмотрите на свои волосы, свои роскошные, прекрасные волосы. Посмотрите на чудесное лицо, сияющие глаза, улыбку, лучезарную улыбку, на горделивый разворот шеи. Посмотрите на свое прекрасное тело. Посмотрите, как вы одеты. Посмотрите, какую энергию вы сейчас излучаете. Потому что харизма – это именно энергия. Уровень нашей энергии, которая позволяет нам жить жизнью нашей мечты. Не только во сне и не только на белом экране, а каждый день наяву. Каждый день. И сейчас мы с вами будем делать очень серьезную вещь. Мы будем наполняться энергией харизмы. Пожалуйста, отнеситесь к этому очень серьезно, потому что все то, что мы делаем с закрытыми глазами, все это мозг считывает как свершенное, как реальность, и тому есть научные, обоснованные подтверждения, за которые умные люди, поумнее, чем мы с вами, получили Нобелевскую премию. И нам остается лишь только задействовать их исследования и адаптировать, апгрейдить их под себя. Почувствуйте прямо сейчас, как по всему вашему телу расходится поток энергии. Энергии невиданной силы, невиданной мощи. У кого-то голубой поток, у кого-то розовый, желтый, зеленый, золотой, белый, неважно. Это ваша энергия по праву. Ваша энергия. Она расходится по всему вашему телу. Почувствуйте ее от макушечки до кончиков пальцев ног. Почувствуйте, как из кончика каждого пальца вашей руки исходят сильные потоки энергии. Почувствуйте, как каждая клетка вашего тела прямо сейчас наполняется энергией. Это не сонная практика, это практика силы. Это практика силы, которую делают шаманы по всему миру. На то они и шаманы. Почувствуйте. Почувствуйте, наполняйте себя, качайте то, что мы делаем сейчас, это действительно очень важно для всех наших жизненных центров. А теперь сфокусируйтесь и представьте, что энергия вашего тела стала больше, чем пределы вашего физического тела. Представьте себе это.
Представьте, что ваша энергия стала почти размером с эту комнату. Вы стали больше. Вы чувствуете себя хорошо. Вы чувствуете себя так, как и должно было, как и хотели. На этом мы не останавливаемся, мы идем дальше. И наша энергия выходит за пределы этого здания. Почувствуйте это. Чувствуем, как чувствуем, видим, как видим, как делаем, так и правильно, так и хорошо. Теперь увидьте город Хабаровск как будто с высоты и представьте, что ваша энергия наполняет весь город. Люди всего города аплодируют вам, они идут за вами, они улыбаются вам, потому что вы есть сгусток силы, сгусток энергии, а люди идут на сильных. Харизма – это сила. Представьте себе это. Представьте, и это осуществится в вашей физической реальности. Теперь представьте, что энергия заполняет весь наш край, весь наш Дальний Восток. Видим, как видим, чувствуем, как чувствуем. Из Дальнего Востока по всей карте России распространяется ваша энергия, она распускается, расцветает подобно цветку, подобно огням пламени заполняет она всю карту и постепенно окутывает всю планету Земля. Выходит за пределы атмосферы Земли, выходит за пределы космоса. Вы становитесь всем, что есть. Я вижу, что у кого-то сейчас получилось вместе со мной это сделать. Вы правильно делаете. Вы правильно делаете. Вы становитесь всем, что есть. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас вместе со мной подержали ровно 20 секунд это состояние, когда вашей энергии столько, что она заполняет всю Вселенную и все Вселенные, которые есть. Этому есть, конечно, и научное подтверждение. Держите, пока я буду говорить, держите ваш образ. Научное подтверждение, научная догма в том, что когда мы держим образ дольше 16 секунд, наш мозг начинает менять частоту волны излучения. Материализация происходит мгновенно. Пока я говорю, держите образ, держите еще немножко, еще чуть-чуть. И в этом божественном, большом, огромном, прекрасном состоянии я хочу, чтобы мы сделали сейчас несколько загрузок в ваше подсознание. Когда я буду говорить фразу, в конце я буду говорить «загружаю», и вы мысленно будете соглашаться со мной и про себя говорить «да, загружаю». И сразу же представлять на вашем белом экране внутри вас, как уже свершенное то, что я вам говорю, потому что вам это будет очень комфортно. Итак, держим свою энергию, готовимся. Моя харизма открывает передо мной все двери в этой вселенной и во всех вселенных. Загружаю. Вы мысленно говорите «да, загружаю», потому что ваша харизма, ваше обаяние, ваш шарм откроет перед вами все двери. Открывает перед вами все двери, все возможности. Что есть харизма? Это энергия. Люди идут на людей, люди идут на энергию, люди идут к сильным. Что есть сила? Это есть энергия. Моя харизма усиливает мое здоровье. Каждый раз, когда я улыбаюсь себе в зеркало, каждый раз, когда я вижу себя в зеркале и думаю о том, какой я обаятельная, обаятельная, все мое здоровье усиливается, выравнивается, нормализуется работа всех систем моего организма. Каждая клетка моего организма работает слаженно. Загружаю. Моя харизма помогает мне увеличивать мой доход. Моя харизма, мое обаяние помогает мне иметь столько денег, сколько мне необходимо для всех моих реализаций, потому что деньги идут от людей. Таков закон нашего общества. Деньги к нам приходят от других людей. И охотнее всего они идут к сильным людям. И вы говорите «да, загружаю», потому что вы достойны этого, потому что ваше обаяние к вам привлекает людей. Когда люди видят меня, они улыбаются мне. Загружаю. Когда люди слышат меня, они внимают моим идеям, они слушают с безграничным вниманием, с бесконечным вниманием. Загружаю, вы говорите «да, загружаю» и сразу же встраиваете в себя это, в свое подсознание. Вы видите это как уже свершенное, это уже случилось с вами, вам улыбаются люди. За моей энергией идут миллионы, миллиарды людей. И вы говорите «да, загружаю», потому что это есть правда, потому что
Люди идут за сильными, потому что харизма – это сила. Харизма – это великая внутренняя свобода. Моя харизма помогает мне получать подарки от Вселенной, от людей. Любые подарки, которые меня порадуют, которые будут радовать мой ум и сердце. И вы говорите «да», загружаю, потому что обаятельным людям всегда дарят подарки, и это совершенно очевидно. Моя харизма помогает мне иметь те взаимоотношения с моим любимым человеком, какие я хочу и каких я достоин, достойна по праву своей жизни на этой земле. И вы говорите «да, загружаю». И вы создаете прямо сейчас для себя самые комфортные отношения, самые изысканные, самые гармоничные, самые здоровые, в которых вас ценят просто таким, какой, какая вы есть. И вам не нужно притворяться, потому что вы отныне харизматичный человек. И вы помните, вы знаете, что ваша энергия – это энергия всего космоса. Как вас такую, такого не любить? Просто так. И люди слетаются к вам, как солнышко. Люди любят меня. Люди видят меня, загружаю. Люди внимают мне. Люди боготворят меня, потому что мы все созданы по образу подобию Бога. И мы все есть божественные люди, которые живут под божественным крылом на этой прекрасной планете. Усиливайте сейчас свой образ, видьте себя на краю космоса, видьте себя центром мироздания. Это очень важно. Наполняйтесь энергией. Наполняйтесь, потому что это есть залог всей вашей будущей жизни. И в этом прекрасном, огромном большом состоянии вы плавно вместе со мной открываете сейчас глаза. И я точно знаю, что эта практика работает, потому что именно она помогла мне стать специалистом по харизме. И действительно, как говорят люди из разных стран, конкретно из 20, харизматичным человеком. И именно эту практику я делала сегодня, перед тем, как выйти к вам сегодня на эту сцену. Спасибо, что пришли на мой TED-ток.